Деловой спецназ. Эксклюзивный курс Андреаса Винса для директоров холдинга. Это лидеры, которые имеют очень большое будущее. История из Липецка. Квартира для многодетной семьи от ЖК Best Way. Шикарное ощущение иметь свою квартиру, тем более по таким выгодным условиям. Кузница лидеров. Обучение «Риторика-2» в Санкт-Петербурге. Именно эти знания дают возможность поменять стереотипы в нашей голове. Вы смотрите «Life is Good News». Подробности прямо сейчас. С 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге официальный партнер холдинга Андреас Винс представил эксклюзивный трехдневный образовательный курс. Начало первого дня тренинга совпало с днем рождения директора Life is Good Сергея Кузнецова. От имени собравшихся топ-лидеры компании поздравили именинника с этим знаменательным событием. Далее стартовала деловая часть. Столь масштабный представительный тренинг международная бизнес-академия IBA проводила впервые. В этот раз Андреас Винс подготовил специальный курс для директоров холдинга. Уникальность и особая значимость данного проекта подчеркнута в его названии – «Спецназ». Были представлены эксклюзивные знания специального назначения только для лидеров холдинга «Life is Good». Виртуозная продажа, элементы бархатной продажи, а также рекрутинг. Даны конкретные инструменты, позволяющие строить общение с людьми таким образом, чтобы добиваться нужного результата за максимально короткий период времени. Самое важное, что ты понимаешь структуру, по которой тебе нужно работать с людьми. И самое важное, что нужно решать проблемы людей в их интересах, чтобы у тебя были клиенты довольные, счастливые, чтобы они вновь и вновь к тебе обращались. Ты должна понимать, что для них важно, как решить их задачу, чтобы у них все было прекрасно. Главная особенность образовательного проекта «Спецназ» – его полная адаптированность под продукты «Life is Good». Более половины времени учебного процесса было уделено практическим занятиям. После проведения курса теории полученные знания закрепляются на практике. Именно сейчас идет работа в группах. Андреас Винс отработал и разработал ту схему, те знания, те скрипты, которые позволяют нам использовать эти знания в продаже. И сегодня я понимаю, что для того, чтобы это было внедрено, чтобы каждый консультант мог это делать, то это нужно отрабатывать и отрабатывать достаточно долго. С момента основания Life is Good прошло более 5 лет. За это время компания вышла на принципиально новый уровень развития. Для дальнейшего роста холдингу необходимо все большее количество подготовленных лидеров, настоящих профессионалов своего дела, нацеленных на достижение карьерных вершин. Такой тренинг мы проводим впервые в истории холдинга. Мы впервые за год текущий собрали всех директоров, и сегодня в зале почти 200 лидеров компании Life is Good. И те инструменты, которые наши сотрудники получили за эти 3 дня, точно сделают их еще более эффективными. Новый импульс развитию бизнеса должно придать так называемое качественное количество. Только высококвалифицированных специалистов ждет настоящий успех в бизнесе. Каждый человек, придя в бизнес, должен стоять уверенно на 2 ногах. С одной стороны, надо строить команды, а с другой стороны, очень важно научиться продавать, потому что бизнес без продажи мертв. И вот те люди, которые умеют это делать профессионально и в одном направлении, и в другом, это лидеры, которые имеют очень большое будущее. Далее жилищная история из Липецка. Съемочная группа Life is Good News в гостях у пайщика ЖК Best Way Максима Захарова. Благодаря доступным условиям жилищной кооперации его многодетная семья получила ключи от просторной 2-комнатной квартиры. Кооператив, я считаю, это самый актуальный, выгодный на сегодняшний момент вариант приобретения квартиры. Я не то что советую, я рекомендую всем воспользоваться данной программой, изучить эту возможность и покупать себе недвижимость на выгодных условиях. Площадь квартиры 60 квадратных метров. Жилье находится в высотном доме в новом благоустроенном микрорайоне города с отлично развитой инфраструктурой. Квартира приобреталась для нас с супругой, и у нас совместно с нами проживают 2 несовершеннолетних ребенка. 2 старших живут сейчас отдельно. Шикарное ощущение иметь свою квартиру, тем более по таким выгодным условиям.
В рамках единой образовательной стратегии «Life is good» с 22 по 25 марта в Санкт-Петербурге проходило обучение «Риторика-2». Образовательный курс основан на авторской методике президента компании Романа Василенко. Его проводили топ-спикеры холдинга. Именно эти знания дают возможность поменять стереотипы в нашей голове. Мы теперь понимаем, для чего это и как это в жизни теперь можно применять, и не только в жизни, а помочь своим новичкам, то есть поменять стереотипы заранее, чтобы у них была цель быстрее попасть на это мероприятие. «Риторика-2» проводилась для сотрудников 5 и 6 карьерного уровней. В обучении приняли участие 36 человек, которые были разбиты на две группы. Для каждого слушателя полученные знания призваны стать драйвером личного и профессионального роста. Как вести себя на сцене, как проводить семинар, то есть как общаться с людьми, правильная жестикуляция, правильный тембр голоса, выбрать правильную тональность. Это те знания, которые помогают раскрыть больше свой ресурс. Это те знания, которые помогают мне продвигаться по карьерной лестнице и вообще раскрывать саму себя в этом бизнесе. Проведение обучения совпало с началом формирования в мировой экономике негативных факторов. За годы существования бизнес Life is Good неоднократно доказывал свою надежность и стрессоустойчивость. Компания всегда готова принимать вызовы, в том числе глобальные, выходить победителем из любых ситуаций, при этом укрепив свои позиции на рынке. Не нужно поддаваться панике, потому что паника – это то, что блокирует разум и не дает возможность принимать рациональные решения. Есть необходимость, чтобы поддерживать людей, то есть подбадривать их в этой ситуации. Есть вебинары, есть телефонные конференции. Кризис обязательно завершится, эпидемия исчезнет. Да? И в тот момент, когда одни люди переживали, волновались и там, теряли свои позиции, да, в этот момент обязательно кто-то займет эти позиции. Я думаю, что эти позиции должны занять именно мы. На этом у нас вся информация. Следите за новостями компании на видеоканале Life is Good на портале YouTube и в социальных сетях. Также все выпуски новостей доступны на официальном сайте компании. Жизнь прекрасна. Будьте с нами!